Морской бой – это сервер в GTA сам, но необычный, ведь все действие происходит в сражении с другими людьми на лодках. Корабли, как и самого персонажа, разумеется, можно кастомизировать. Есть и квестовые NPC, которые имеют около 80 вариантов реплик. Непосредственно на самом поле боя присутствует многообразие лута, от оружия до различных регуляторов. В зоне боя расположен остров с постройками, которые, внимание, разрушаются. Что может сыграть вам на руку при активных боевых действиях. А для полного погружения в атмосферу у разработчиков в группе ВКонтакте есть авторские заменки, которые вы можете поставить и наслаждаться игровым процессом. Забыл сказать самое главное, на сервере нету доната, вообще никакого. Поэтому, если интересно, то вся информация в описании. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Ну что, друзья, очередной ролик из рубрики, из плейлиста, из всех прочих вещей. Я же говорил, а мне не верили. Мне говорили, мол, Дань. Мне даже какие-то, знаете, знакомые, приятели говорили, мол, Дань, да ты чё, ты вот какой-то пессимист просто. Почему? То есть все постоянно думали, что ты оптимист, а ты, оказывается, пессимист. Почему так происходит в самом деле? Ты чё, у ГМП, Underground Multiplayer, все прочие вещи, это круто, это классно. Мы все там будем играть, мы все там, у нас у всех там все будет хорошо, а ты просто, ну как, какую-то фигню пургу, откровенно говоря, гонишь. Зачем ты все это делаешь? И, разумеется, типа, я такой, чуваки, вот подождите, выйдет у ГМП, и вы сами все посмотрите. Чуваки говорят, нет, да ты че? Встречат комментарии, ой, господи, что ты там делаешь? Такое, что ты говоришь? Да нет, да у ГМП будет то, да у ГМП будет это, да вот у ГМП это вообще, это у меня там отец играет, у меня там мать играет, собака играет, всем нравится, а вот Brothers & Company ролик выпустил, он все показал, там все круто, там все классно, ты че говоришь такое? Хочу сказать, что у ГМП вышел. Прошло несколько недель, насколько лично я понимаю. И вот что мы по итогу со всего этого имеем. Сейчас я вам зачитаю новость, вы сами все прекрасно поймете. Прошло меньше месяца с момента запуска у ГМП, но пока успешных проектов так и не появилось. Как предполагают игроки, все дело в отсутствии дорожного соединения между картами из разных игр. В этой ситуации сложно построить инфраструктуру. Ну знаете, да, вот как это обычно бывает. У Владислава Павлова канал удалили из-за желтого значка монетизации. Там, я не знаю, Рулев Плей плакал на стриме. Вот, ну да. Я не знаю, к чему я все это сказал. У плохого танцора всегда виноваты яйца. Вот что из всего этого можно сказать. Ему и на шпагат не сесть, потому что они мешают. Ему и инфраструктура, понимаете ли, не дает там, знаете, онлайн завоевывать. Вот поэтому все так плохо. А дальше LifeSump добавляет. Но, скорее всего, дело в другом. Ну, разумеется, даже Ромка Злобин все это понимает, что дело на самом деле в другом, даже он. Поэтому, чуваки с УГМП, задумайтесь. Пока мультиплеером не заинтересовались крупные проекты и инвесторы, по крайней мере, явно. Ведь в конечном итоге все дело в деньгах. Или в деньгах, или в мани, как знаете, группа Аба-Аба, там вот это вот все мани-мани в кармане и так далее. Вот, УГМП не нужен никому. И единственный шанс, по которому УГМП может завоевать онлайн, это только если она, оно и все прочие люди, если на них придет Arizona RP. Только в этом случае у ГМП может иметь какой-то шанс на успех. И то я могу с уверенностью 98,8% сказать, что Arizona RP это невыгодно. У Arizona RP много серверов, у них много денег, и они и так уже большое количество денег инвестируют в жизнь в деревне. Поэтому какой смысл им от вот всего этого, от УГМП, непонятно. И никто, разумеется, не будет там ничего делать. Это всем понятно. То есть у ГМП это говно. И всем сразу было понятно, что это говно. Ну, посмотрите на этот онлайн. Господи, мне стыдно. У меня просмотров на роликах примерно столько же, блять. Это пиздец. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Все. То есть это весь онлайн вот этого всего GTA Underground. Он не нужен никому. На нем никто не будет играть никогда. Там нету денег, там нету нормальных игроков, там нету никого. У ГМП это говно. Это, знаете ли, пародия на GTA Samp. Это пародия даже не на GTA Samp, на MTA. Вот знаете, MTA и так в жопу.
жопе и так в говне сидит, а тут Underground мультиплеер. И разумеется, на него никто не пойдет, потому что он никому не нужен. Он никому не нужен, и как, я не знаю, там, Сантиасал, как кто там еще, Мао Дамиана, как кто еще, ну там много людей есть, и они все не нужны. И вот у ГМП это как раз таки мультиплеер для всех этих ненужных людей. Поэтому, чуваки, пожалуйста, вот все свои вот эти вот комментарии, все свою прочую вот эту плебсовскую сущность, наружность и так далее, вы ее можете убрать куда подальше. Она никому нахуй не нужна. Никто не будет играть на УГМП. Даже чуваки, которые писали, что они будут играть на УГМП, даже они на нем не играют. Вы обосрались. Вы дебилы. Вы никчемные просто фальшивки и дешевки, пойманные за руку. С этим теперь и живите. Честь имею, как говорится. Ну, разумеется, ладно. Все очень экспрессивно было. Все очень, так знаете, динамично. Все очень эмоционально. Все почему? Я не то чтобы радуюсь за чужие какие-то неудачи, за чужие потери, за вот все прочие вещи, хотя потерь там как таковых нет. И даже ни один там какой-то авангардный, безбашенный, неадекватный сервер туда тоже не пошел, потому что это не нужно никому. Это ни для кого. Это ничего абсолютно, чуваки. Поэтому, пожалуйста, не живите в иллюзиях. Играйте на нормальных проектах, на любом. Я даже не буду сейчас тут говорить про Arizona RP, хотя я о ней скажу ближе к концу данного видеоролика. Осталось еще, наверное, там, я не знаю, минута, может быть, две, может быть, 3, 4, 85, не знаю. И понимаете, в чем дело? У ГМП, я говорю, что это хорошая задумка. И в целом мне нравится, но оно не нравится никому больше. То есть в целом, как макет, как вот такой вот, знаете, мультиплеер, как вот нечто такое под... Если бы оно существовало в каком-нибудь вакууме, где нету конкуренции, где нету GTA Sampa, где нету MTA, где нету вот NextRP какого-нибудь, всех прочих проектов, то, может быть, оно бы возымело успех и популярность. Туда бы пошли люди, туда бы пошли сервера, там бы все открыли, там бы все сделали. Но по факту ничего там не делают. Я не заходил, я не играл, и я не хочу все это делать. Я даже ролик Вовы Brothers & Company до конца не досмотрел, потому что это тягомотина жуткая. Даже 5 минут вот по поводу всего этого УГМП, это жесткое говно, на котором никто никогда нормально поиграть не сможет. Я надеюсь, что вы все это прекрасно понимаете сейчас уже, когда все уже случилось. Я надеюсь, что вы все это прекраснейшим образом понимаете, и объяснять все это вам как бы, ну, уже не нужно, да, что вы сами уже до всего этого доперли и поняли, что это говно, никому не нужное, тупое, отвратное говно. Все, я играл, я снимал, я делал все прочие вещи на проекте Arizona Roleplay Phoenix. IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика. IP, а также мой никнейм, а также прочие вещи, IP, а также мой никнейм. Ну, в общем, вы поняли, да, я специально несколько раз повторил, чтобы вы поняли, что все находится в описании данного видеоролика. Заходите, промокод, никнейм и так далее, там также вот все есть. Заходите. До свидания. Пока. Хорошего настроения и дня. Безусловно, хорошего. Пока, до свидания, пока. Честь имею.